чтобы все это собрать воедино. Теперь, какое отношение к этому имеет книга «В ожидании Америки»? Вот это вот последнее издание, видите, чемоданчик раскрывается, и багаж эмигранта из него вываливается, поскольку, естественно, эмигрируя, мы увозим с собой материальный багаж и нематериальный багаж. Поэтому, когда чемодан открывается, теряется не все. А вот первое издание, оно было несколько другое. Это обложка покойного художника Игоря Вулаха, замечательного. Тут совершенно другое решение. Это как бы небоскребы Манхэттена. То есть тут делался упор именно на то, куда направляется эмигрант, герой этой книги. А вот в новом издании уже речь скорее именно о багаже.